Канал «Зебра в клеточку» представляет песни и мультфильмы для детей. К нам придут и скажут здрасте, Любаша, Зеба и Пуфасти, или просто Люзипу. Невидимка. Вы верите в волшебников? А вы знаете, что самые главные волшебники в мире – это мама и папа? Положил игрушку, о которой долго так мечтала я. Кто принес мне краски, самокат из сказки, что лежат на полке у меня. Невидимка, невидимка, друг мой, наблюдает издалека за мной. Он сидит на крыше, а может даже выше, на облаке сидит он летом и зимой. А сегодня кто-то нам щенка подбросил, он дает мне лапу. Ну можно и не разочек. Оп. Невидимка, кто ты? Со щенком мы просим, ты чуть-чуть на папу будь похож. Невидимка, невидимка, друг мой, наблюдает издалека за мной. Он сидит на крыше, а может даже выше. Невидимка, где ты? Летом и зимой. А я еще разок прыгну. Оп. Она не влезла. Целый день он занят важными делами. Он приходит ночью в самый поздний час. Но про нас он знает лучше, чем мы сами. И, конечно, очень любит нас. Невидимка, невидимка, друг мой, наблюдает издалека за мной. Он сидит на крыше, а может даже выше, на облаке сидит он летом и зимой. Невидимка, невидимка, друг мой, наблюдает издалека за мной. Он сидит на крыше, а может даже выше, на облаке сидит он летом и зимой. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые песни и мультфильмы.